Покажу вам, как Соня сидит, ждет, пока малая пойдет спать. Соня. Это Соня, да. Да. Малая тут бегает, а она ждет, пока малая уляжется. Потому что... А малая очень хочет, чтобы она пришла и такая зовет ее. Позови, позови ее, Оля, позови. Оли! Да какой Оли? Соня, говори, Оли. Соня, Оли, это ты. Оли, такая, сама себя зовешь, что ли? Оли. Оли. Да какой Оли? Соня. 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 Оня. Соня, Оня. Оли, сама себя зовет. Оли, Оли. Ребята, вы можете себе представить? Вот это сегодняшний день. С утра в садик, потом в садике там набегалась, нам написали, что она не спала. 7:30 встала, да. Значит, не спала, в садике написали. Потом бегала по кругу, пока мы ждали автобус. Да, сегодня вот так бегает вот это, вот так. Она не садится, то есть вот так бегает туда-сюда. Да. И уже сейчас 10, ну, без 20, 10 вечера. Ну, не кричи, Оля, так. На, тихонько, она говорит. Оля, смотри, смотри, надо вот так. Соня, Соня. Соня, иди, Соня, иди, Соня, Соня, да вот так. А если ты будешь кричать и так прыгать, она, конечно, не придет, потому что кошки не любят резких движений и не любят громкий звук. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот это прыгает энерджайзер, мы даже просто в шоке, не знаем, откуда столько энергии у ребенка, это вообще просто. Смотрите, вот это круги наматывает постоянно, она не может даже на месте просто усидеть. Даже Соня не может прийти отдохнуть.